Участие в мероприятиях принял председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Мэр областного центра поблагодарил делегацию города-спутника за инициативность. Дмитрию Николаевичу за активную, как говорится, гражданскую позицию особое спасибо. 20 сосенок, да? Что в этом? 20 сосенок? 20 елочек. Справятся они? Если кто-то поможет, Оля, может быть. Все, за работу. Александр Рогачук также присоединился к акции озеленения. Вместе с председателем Жабинковского райисполкома Дмитрием Городецким они высадили первое дерево. Аллея дружбы, которая с этого дня появится на карте парка тысячелетия, состоит в основном из хвойных пород. Порядка полусотни представителей этого вида через несколько лет должны стать для горожан не только хорошим укрытием от летнего солнца, но и центром притяжения в новогодние рождественские праздники. Мы считаем, что мы просто обязаны были провести такую акцию, поскольку мы город-спутник Бреста, у нас очень теплые, тесные отношения. Мы взаимодействуем по всем вопросам и жизнеобеспечения населения, да, и так, скажем, по наполнению, содержанию взаимоотношений областного центра и города-спутника. Поэтому эта акция, это маленькое участие наше, оно было единогласным, в ней принимают участие и депутаты районного совета, и почетный гражданин нашего Жабинковского района, руководители предприятий и учреждений. Вот, и просто наши работники в социально-культурной сфере. Вот, и мы очень рады, что у нас такая есть, появилась возможность присоединиться к хорошей акции, которая проводится в честь такого, ну, глобальной даты тысячелетия города Бреста. Сегодня посадке благоприятствовала даже погода. Активно к работе подключилась вся инициативная группа. Принять участие в крупномасштабной акции значит внести свою лепту в одну большую и очень важную миссию – сделать областной центр Брещины зеленым, комфортным и уютным. Дерево не первое, но в Бресте посажено первое. Да, желаю Бресту процветания, хорошего настроения, чистого воздуха, ну и хорошего отдыха в этом парке. Акции по озеленению города будут продолжены. В целом в год тысячелетия в Бресте планируется высадить порядка 6 тысяч деревьев.